Итак, по итогам нашего первого голосования по версии проекта «Клин Адреналин» победу в номинации «Лучший спортсмен апреля», набрав более 300 голосов, одерживает футболист 2003 года рождения, воспитанник Клинской ДЮШ Даниил Басюк. Дань, держи вот этот диплом, мы тебя поздравляем. Теперь ты автоматически номинирован у нас на голосование на звание «Лучшего спортсмена года». Вот. И в другом голосовании, где мы выбирали лучший спортивный коллектив, также уверенно, набрав более 400 голосов, победу у нас одерживает танцевальный коллектив InStyle, его руководительница Елена Чащева сегодня будет получать награду за своих девчонок. Елена, это вам, это диплом, и вы также будете автоматически номинированы на звание «Лучший спортивный коллектив года». Мы вас тоже поздравляем и передайте поздравления нашей своим девчонкам. Впечатления от этой победы? Поделитесь, пожалуйста. Очень счастлив, даже не ожидал такого. Впервые у меня такое. Угу. Лен, а вы? Мы вообще не ожидали, что мы попадем к спортсменам. Как-то неожиданно. И большое спасибо, что проявляете такой интерес к спорту, к танцорам. И всем спасибо, кто за нас проголосовал. А кому бы вы отдали победу вот в ваших номинациях? Даже не знаю. Себе. Наверное, бы Элине, которая... шла со мной наравне. А вы, Елена? За хоккеистов. Люблю хоккей. Я бы им отдала голос. Смотрите программу «Клин Адреналин» по ТНТ «Поиск». Подписывайтесь на группу «Клин Адреналин» ВКонтакте. Класс.